С Богом только люди могли общаться с Богом среди всех живых существ и того, что создал Он, уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. У людей есть язык и мысли, и свобода воли у них есть. Есть у человека все, что нужно, чтобы слышать Бога и воли Его внимать и принять Божье поручение и принять поручение от Бога. Все надежды Бог возлагает на людей, чтоб человека сделать спутником своим. Ожидает Он от человека, что подарит тот Ему свое сердце, чтобы очистил Бог его и снабдил, чтоб он Богу угождал, был им любим, боялся Бога и бежал.